Всем привет! Продолжаем играть в игру Европа Универсалис 4. Как видите, я немного подождал, чтобы национализация уже была на высоте, чтобы вам не смотреть на это. И вот у меня тут небольшая проблема. Я начал Нагур пытаться приватизировать, ну то есть сделать его своим полностью, присоединить к державе. И вот я столкнулся вот с такой проблемой. Полностью ноль шанс процентов, так сказать. Движений вообще никаких. То есть здесь не получается никакая аннексия. И это может быть связано с тем, что у меня дипломатическая репутация минус 3. Она пропадает у нас, если я не ошибаюсь, то году так 16. Вот. 3 марта 16-16. Вот мне интересно, если я сейчас подожду вот так вот 3 года, получится ли мне приватизировать, ну, забрать эту провинцию себе. Просто я с таким еще не сталкивался моментом. Вот и не знаем. Сейчас у нас произойдет полностью национализация провинции, которую мы захватили в прошлом видео. И давайте сразу, наверное, организуем военные действия против Джанпура. А, нет. Сейчас у меня здесь быстренько закончится... Я претензии готовлю, но вот на эту территорию, по-моему, или вот на эту, чтобы в случае чего, когда я побью эту сторону, эту побью и Бенгалию, чтобы много не терять очков захваченных, то есть которых у меня есть, я вот хотя бы вот здесь две провинции заложу, вот здесь я уже заложил Касус Белли, и вот сюда он сейчас закладывается. Совсем немного осталось, несколько процентов, поэтому давайте попробуем. Так, национализация. Хорошо. Смотрим, что я могу сделать. Отправить, конечно же. Пусть работает. Так, и что здесь? Так, тут все нормально. Доход у нас вообще минимальный. Упал жестко. Все из-за того, что армия такая у меня большая. Территорий мало. Вот. Поэтому, наверное, сейчас мы все-таки начнем. Не стану я дожидаться, когда у нас закончат национализировать. Так, занять провинцию. А, у меня что-то аркан еще. Ёкарный бабай, я забыл совсем про него. Мне тогда вот сюда надо хотя бы одного. Так, у аркана кто в союзниках? Смотрим. Малакка какая-то. Так, где ты? Вот здесь где-то, да? А, вот она. Ну, ей не до меня будет сейчас. Дальше. Джанпур, понятно. И кто еще? Кедах какой-то. Кедах, где? А, вот, нашел. Одна маленькая провинция, это не страшно. И давай ко мне еще Пасай. Пасай у нас вот он. Ну, тоже, значит, можно и объявить. Но вот сюда мне надо отправить дипломата. Я вот эту территорию тоже хочу себе прибрать. Бенгалия. Вот. Давайте еще немножечко подождем. Пусть хоть какие-то корни я здесь пущу. Мне, потому что очень сильно нужны эти земли. Смотрите, сколько я всего лишь здесь процентов имею. Раньше было больше, поскольку теперь Аракан довольно-таки сильно влияет на торговлю вот в этом узле. Поэтому мне просто жизненно необходимо здесь немного у него территории отжать. А желательно вот эти вот все по берегу. Тогда вообще все будет просто шикарно. Так, тимуриды потихонечку тут отвоевывают территории, захваченные у них восставшими. Ну, я думаю, мне пока не до них. Так, 16-17, ну, в принципе, еще есть время. Так, здесь заодно и вспыхнуло восстание. Ну, очень хорошо, пусть его немножко помучают. Подождем. И, конечно же, нападем. А, вот же еще здесь земля. Ё-моё, я не заметил. То есть придется заскочить еще сперва сюда. Хорошо.
Оставим здесь часть войск. Пусть они занимаются делом. Так, тут движение идет какое-то прям немаленькое. Тимуриды эти. Хорошо, 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 все. Национализация прошла успешно. Так, я могу улучшить войска, да? Так, кого же? Огневая мощь в атаке 2, мощь натиска 2. Боевой дух в атаке 3. Здесь 2, 2, 2, все по 2. Сбалансированная, да? Возьмем вот это, значит. Так, еще, да? Конница. Возьмем конницу. Все, теперь вся. Кавалерия 2,5 ударов называется. Интересная кавалерия. Интересная. Так, а чего это у меня тут у всех? А, ну да. Я ж поменял род войск, поэтому отношение у них немножечко да упало. Так, свободный у меня есть еще ведь этот дипломат. Еще немножечко поддержать повстанцев. Так, не могу пока. А сюда. Еще могу сфабриковать претензию. Отлично, отправим. Пусть работает. Джанкури у меня, в принципе, блин. А у меня в Джанкури-то и нету-то никого. Черт, я и забыл. Так, если я организую военные действия. Миват. А, где Миват? А, вот он, Миват. То есть здесь, да, у меня есть? Нету ни хрена. Что вы гоните? Ладно. Сфабриковать претензию. Вот, Миват. Странно. Давайте-ка вот сюда отправим. Тупанул. Думал, все уже началось. Но придется немножко подождать. Ну ладно, отсюда отправляем дипломата нафиг. Не получается у меня пока отменить аннексию и отправим дипломата где-нибудь еще на захват территории. Так, например, здесь я могу еще что-нибудь сфабриковать претензию Бенгалии. Да, отлично. Работайте по полной. Сейчас будет у нас целая куча Casus Belli, и мы спокойненько, то есть поводов для вас для войны. Будет возможность побольше урвать. Ну, это я так думаю. Немного осталось. Еще чуть-чуть. Так. В мире пока у нас ничего не поменялось. Здесь какие-то движения. Тут все как было, разруха так и осталось. Здесь зато укрепляется Россиюшка, Литва, Крым. Ну, Европа, как обычно. Германия немножечко коцаная. Так, дальше листаем ход и ждем. Еще чуть-чуть, буквально вот-вот. Риск раскрытия маленький совсем здесь. Хорошо. Что ты так долго пытаешься с земли-то отнять? Тормоз, что ли? Зато здесь повстанцы фанатики. Вовсю. Так, стоп. Дипломатических... нет, давайте не жалеть средств. Меня не пугает инфляция. Она у меня так или иначе все равно понизится. Так, мы стали получать немного больше денег. Очень хорошо. Это прекрасно. Давайте тогда... О, храм я могу построить. Вот здесь построим храм. Док. Вы что, совсем не развивали тут провинции, блин, гады. Так, и тут, наверное, продолжим улучшать...
Мне деньги сильно нужны. Так, все кончилось. Отлично. Так, что можно выбрать? Катак. Создать союз державы Гвалиор какой-то. Претензии. Провинция Гирнар. Это где? Гирнар. А вот. Так, ну как только освободится у нас дипломат, сразу отправим его в Гирнар. Пусть делает претензии. Нам это добавит военных очков и добавит немного престижа. Так, хорошо. А первый вассал, хотел сказать. Дипломат, который освободится здесь, скорее всего, вот этот, пойдет уже говорить, что пора, Джанпур, с тобой военные действия проводить. 5% и военные очки. Хорошо. Так, давай-ка. Гирнар. Отлично. Так. Здесь военные действия. Только вниз не иди, иди вверх. Потому что эти территории мне нужны. А сдраться с восставшими не хочется. Националисты эти все. Только проблемы от них сплошные. Так, если я сюда десяточку, 23 вот сюда ударит. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Давайте сделаем вот так. И вот так. Ну. Совсем немного осталось. Давайте, дипломаты, живее. Работаем. Ну вот, пересекли границу, гады. Напали на меня тут. Придется восстанавливать войска. Ждать. Когда же здесь улучшится все. Так, что у нас с царем? Ему 31 год, наследник у нас 15-летний пацан. Хорошо. Как только наследник подрастет, можно уже царя своего отправлять в бой. Это будет без проблем. А вот сюда мы как раз ударим. 17 бенгальцев нас очень-очень ждут. Так, ну что, восстанавливаться будем полностью. Ну, вроде восстанавливается, это очень хорошо. Так, вас только мне вот здесь не хватало. А, он туда вниз пошел. Ну, как знаете. Как знаете. Так, ну что, есть свободный дипломат. Так, давайте-ка еще его сюда. Патна. Да, пусть будет патна. Отправить, а следующий дипломат начнет нам военные действия. Вот так. И... Черт, 29 мая надо ждать. В принципе, недолго. Сейчас подождем и нападем. При этом предложим присоединиться к войне союзникам наших... Так. Сейчас еще здесь проверим. У меня свободный дипломат раз остался. Вот сюда. Так. Сфабриковать претензию. Сун. Вот так. Отлично. Все. Давай, Джанпур. Все в твоих руках. Аракан и Мултан. Мултан сейчас еще раз проверю. Мултана Бенгалия и Джанку. Хорошо. Хорошо. Ну что, зовем. Объявляем войну. Так, наши войска сюда. Так, сюда.
вот сюда. А, чё это, вы не объявились еще? Так, ну посмотрим. Согласятся или нет? Согласились. Все, вперед. Вы сюда. Сюда. Так, побежали. Так, вы соглашаться будете на военные действия? Так, тут уже мои корабли кого-то отжахали. Приятно. Ух ты, сколько у вас. Давайте-ка вот так сделаем. Пойдем разорять его деревни. Так, здесь успели. Тысячное войско от нас побежало. Блин, стоит ли его догонять? Я вот не знаю. Хотелось бы, конечно. Давайте-ка сделаем так. И вперед. Ну, точнее, вот сюда сперва. Так, здесь мы также оставляем. И вот так. Даже вот так. Хорошо. Пошла масть. Так. Здесь мы встали, встали. Мы, наверное, вот так сделаем, да? Остановился. Все, стоп. Через речку, конечно, перейдем. Может, и догоним даже. Так, здесь, наконец-то. Давай, вали, а я по тебе ударю. Все, вперед. Ать, нет. Стоп. Поможем нашим братьям, которых хотят тут ударить и развалить. Это мне совсем не нравится. Так, догнали. И вот. Стоп, стоп, стоп. Вперед, не тормозим. А то сейчас всех побьют. Ах, проиграли. Жаль, жаль. Так, сильно я силы раскидал. Конечно. Вот паршивец. Еще вот сюда собрался идти. Так, ну тут вроде у меня все нормальненько. Давайте-ка вот сюда сходим. Так, тут побили. Тут еще воевать и воевать. Так, у меня здесь 7 стоит. Совсем забыл. Так, куда ты? Не угадал, друг мой, я тебя догоню. Сейчас главное раскидать его такие крепкие отряды. Так, стоп. Вот сюда, а вы туда. Так, здесь мы также оставляем. И отправляем вот сюда. Так, стоп, стоп, стоп. Догоняем. Ну вот вас только, конечно же, и не хватало. Всю жизнь ждал. Даже вы придете. Так, тут у нас 14, 4, 6, 18, по идее, должно быть. Но чего-то мало. 10, 1, в принципе, можно попробовать. Армия слабая там, морально, духом. И у меня есть шанс ее победить. Вот так. Победил. Так, здесь очень все долго идет. Ну че, долго бегать-то будем еще. Сюда же пойдет, сволочь. Давайте, держитесь еще немножко, я сейчас подкрепление подгоню уже. Вот они идут. Не успел.
Так, если я сюда еще мне это назначу командира. Так, все тут нормально пока. Если бы не восставшие еще, и вот тут вот собаки всякие серые, все было бы еще лучше. 11 тысяч. Это уже не хухры-мухры. Эт, топы, откуда? Нет, вдруг вот сюда иди. Так, Варнаси, а тут нет никого у меня. Блин, сдвинул все-таки. Черт, вас побрал. Так, что сделать здесь? Давайте-ка. Да твою мать, блин, вы заколебали уже ходить туда-сюда. Вот, вперед. Вот, блин, еще вас вот не хватало, националистов на моей земле. Добавим немножко сил моему полководцу, а то он может и проиграть, чего не хотелось бы мне. Хорошо, здесь мы справились, объединяемся в одну команду и ждем. Тут уже 14, здесь 42, тут уже 0. Хорошо, тут помаленечку Бенгалия, вон она где шарится, портит мне все настроения. И этот тут гад лазит. Думал, у меня больше войск хватит. Ну, походу, не совсем. Эй, ты куда побежал? Я ж тебя хочу побить. Давайте его догоним. То еще не хватало. Так, накопить денег, создать союз с державой. Хорошо. Денег накопить. Потом накопим. Да, с деньгами туговато. Даже наемников не позовешь. Тут мы делим. И 7000-ным войском бьем. Вот здесь. Низкий боевой дух все равно, я думаю, справится. Добавим сюда. Здесь идет потихонечку масть. Так, хорошо. Догоняем. Догоняем. Победили. Хорошо. Очень хорошо. Так, давайте-ка что сделаем. Надо этого добить, чтоб не слал нам тут слева-справа. Сюда бы еще отправить, да, разобраться с националистами, которые вон уже у меня почти захватили все территории. Будь они неладны. Так. 3.35 минус 21. Тут догнали. Хорошо. Сработали. Опять же их догоняем. У нас пока здесь закончится как раз. Здесь 11 тысяч. Аракан. Так, прийти. Хорошо, полностью уничтожили армию. Можно теперь поделить. Вы сюда. Так, отлично, вы сюда. С этим я позже разберусь. Так, здесь захватил. Так, отправляем сюда. Здесь целая куча народу. Вот сюда. Пойдет. Так, побили. Отправляем. Отправляем. Так, здесь объединяем. Так. Здесь делим и отправляем 9000. Так, тут сражение выиграл. Ну ладно,
Хорошо, что выиграл. Так, тут мои уже подмогают. Здесь 9-9-8. Тут вроде все пока нормально. Тут десяточка стоит. Здесь сейчас уже у меня захватят. Тут еще долго. Здесь вроде бы мы тоже на грани. Так, отправляем вот сюда, чтобы полностью перекрыть возможности нашим противникам. Дальше мы армию соберем и всех уничтожим. Так, все, здесь остаемся на этой территории. И потом пойдем на Бенгалию. Так, все, полностью перекрыли. Здесь очень долго пушек не хватает. Мы сейчас это исправим. Поднимаем пушку и вот сюда отправим. Так, минус, минус. Тут плюсы уже, хорошо. Здесь уже у меня сейчас захватят, но это не страшно. Так, здесь закончилась осада. Отправляем сюда на помощь. Так, здесь уже плюс. Скоро сюда пойду. Так. Вот уже гадость. Тут уже пробили все. Тоже долго придется стоять, отбиваться. Но это не страшно. Тут он добавляет все нам войска. Да вы издеваетесь, что ли? Так, сюда отправим. 17 тысяч, конечно, нас пугать будут. Но это не страшно. Так, а хотя... Давайте-ка соединимся с каким-нибудь из отрядов. Надо бы еще национализм подавить в стране. А то тут много чего попортят мне кровушки там. Так, как вот здесь объединюсь, сразу же пойду лупить этих паршивцев. Тут вообще, блин, стоим на месте. Тут уже все. Давайте-ка вот сюда их добавим. Тем более там одна пушечка есть. Объединяемся. Все должно пойти как нельзя лучше. И сюда. 17 тысяч на войско ударит вот сюда. У нас здесь есть генерал. Будет все прекрасно просто. Объединяем. Так. Дипломатическое межзвездочество определяет фактор минус советников иностранных. Улучшить отношения с соседями. Держава увеличится 10. Мнение держава Мултана держава изменится на 30. 30. 10. А пусть. Так, 0. Хорошо. Так, долго пушка еще будешь расти? Еще немного. Так, так, так. Все, пока здесь вроде идем. Тут скоро начнем всех мочить. Конкретно. 18 тысяч уже здесь. Приятно. Вот, наконец-то. Объединяемся. И опять наши корабли победили. Конечно, можно их отправить в доки, но пусть лазит в свое удовольствие. Так, тут у нас 7000. Давай-ка вот сюда. По левой стороне закончим. Замочим вот этих вот фашистов, которые тут у меня на территории захвата ведут. Давайте-ка усилим вот этого нашего друга. Уменьшится казна? Нет. Только не это. Модификатор голод из-за отказа в помощь, что приведет к следующим результатам. Производство минус 25. 346. Ладно. Угу. Вот так вот. Теперь у меня денег 23 монетки. Да вы чего, издеваетесь, что ли?
Охренеть. Придется в долги залазить. А производство я не хочу терять. Это аж сколько? Аж до 20. Нифига себе. Накопить денег, создать союз, владеть провинцией. Денег накопить, конечно же, надо будет. Но не сейчас. Это все вот эти уроды. Выскочили. Не вовремя. Опять победили. Хорошо. Да-да-да, взаем. Что делать? Эх, ты мужчина, вообще гонишь, что ли? Мы сделаем вот так. Оп. И давай, иди, иди. Все, мы пошли на помощь. Вот восставшие, а? Как вы меня достали? Скоро этот уже захватит. Ну, чуть-чуть давайте уже добиваем и пойдем мочить ублюдка. Захватили здесь, здесь все ясно. Уже пошли на другие земли. Мудилы. Больше никак не назовешь. Сволочи. Пользуются тем, что я тут воюю, понимаешь? И устраивают мне проблемы. Так. Давай-ка дальше. Так, здесь все нормально. И здесь. Ждем-с. Ничего, я скоро вас разобью. процента. Вот крепость-то какая могучая. Давай сюда. Вот, вот удоты, блин, настоящие. Ай, давай, 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 немного осталось, друг мой. Вот так. Ну что ж, друзья, я думаю, мы решим все проблемы, но это будет в следующей серии. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайк, пока.